Rebellion Studios, студия Восстания и товарищ Атомный, and Comrade Atomny presents Battle Zone, The Red Odyssey. Боевая зона Красная Одиссея. That's the mix of FPS and RTS in sci-fi universe where the United States and the USSR fighting on the near solar system planet. Yes, sir. Take the positions. There is an identified object at the north. Object. Razor 1, следуйте за мной. Razor 1, follow my lead. Yes, sir. Grizzly 1, с восточной стороны приближает серьезный отряд противника. Ждите дополнительной информации. Grizzly 1, они пропали с радара. Razor 1, встаньте рядом. Ну, ща дадим. Call ability, by the way. Кстати, call ability, крылая способность. То есть это у нас как бы космическое сражение Советского Союза против США на ближайших планетах Солнечной системы. Научно-фантастический такой смесь стратегии и боевика. Очень классно. Very cool. К сожалению, я не могу никак подключить Battlezone 2 мод, который позволяет на движке Battlezone 2 играть в Battlezone 1. Там просто больше возможностей и лучше управления, чем в первой части. So that's sad that I cannot activate the mode for playing Battlezone 1 on engine of Battlezone 2, because that has a more ability. He has a problem, yeah. Soviet Power Supreme. Красная звезда победит в космосе тебя. So that's Battlezone 98 Redux. Это у нас, собственно, переиздание Battlezone 98. Let's start. I want to show you the tutorial so we can have the American campaign and the Soviet campaign. У нас есть кампания за США и за СССР. Честно говоря, я бы хотел бы все миссии, в том числе США, пройти за именно в СССР варианте. Потому что разные планеты. В СССР мы, например, на Венере начинаем, а в США все-таки на Луне. Мне бы прикольно было бы за СССР тоже на Луне побывать. So the bad side, like in Soviet campaign, we are starting in the Venus, not on the Moon, but in Soviet, in American campaign, we're starting on the Moon. That would be nicer to have that war on the Moon first before we go to Venus. So let's go to training. Перейдем к обучению. Добро пожаловать на Луну, командир. Я Welcome буду заниматься вашей первой боевой подготовкой. Генерал хочет, чтобы наши силы NSD были в состоянии сами постоять за себя. Будущее нашей страны зависит от успеха в космосе. Садитесь в нашу экспериментальную машину, проведем тестовый заезд по обозначенному маршруту. Yeah, Cold War Gone Sci-Fi. Холодная война, которая превратилась в научную фантастику. Let's go out. Выпрыгнули. So we can enter any vehicles here. Мы можем занять любые технику здесь. And the majority of vehicles is antigravs. Большинство из техники у нас антигравы. And like we are the commander on the field, and we can command other forces and build a base. Тут можно и базу развивать и управлять другими войсками, но сейчас более детально покажу. Ну, сперва у нас первая миссия, как бы нужно проехать вот такой слалом, он прикольный. So first mission, we need to go through that road, and that's amazing. Sad there is no more missions where we actually racing, and you know, like Soviet team races versus American team. That would be interesting. Было бы интересно, знаете, гоночки на Луне, там на других планетах, на антигравах. Между Советским Союзом, США, там, Китаем. Это было бы прикольно. We have a timer, how fast we're going. У нас есть таймер, как быстро мы гоним. And let's move through. И давайте проедем здесь все. Before we start command, прежде чем начнем, собственно, командовать. I will show you then American base and go to the Soviet campaign. Вначале покажу вам как бы американскую базу, а потом Хорошая советскую работа, компанию. Командир. Вы приближаетесь к залежам гейм-металла. Заезжайте туда и используйте. Now we will drop into the moon crater. Сейчас прямо в лунный кратер будем падать. Woohoo! Yay! We need to use anti-grav to slow down the fall. С помощью антиграва надо было замедлить падение. Ray, flying next. Дальше летим. Yeah, you know, there is a sci-fi movie called The Odyssey 2010, that's my favorite sci-fi. Кстати, вот есть еще этот самый
кино такое, американское, голливудское. «Одиссея 2010», где Советский Союз показан в космосе, тоже классно. Вот. Рекомендую вам посмотреть, реально классная штука. Окей. Fly on, дальше летим вперед. Let's jump through here, давайте здесь перепрыгнем. Ooh, yeah, да. Отлично, теперь двигайтесь okay. к цели. Now we need to move to the target, нужно к цели двигаться. Oh, close. The road is nice, дорога достаточно классная. And then I will show you the base, потом я вам базу покажу, стратегический режим и все такое. Here we go, start firing, начинаем стрельбу. There is only one weapon right now. Сейчас только один пулемет у нас доступен. Look, he will fire, смотрим, сейчас по нам начнет стрелять. Let's strafe, начинаем стрейфовать. Enemy destroyed, враг уничтожен. Repolish the ammo, патроны зарядили, ну энергию как бы, да. The next target, следующая цель. You will see the third camera, на камеру можно включить его, показывать. Hey there, приветик. Хорошая работа. Yay, да, отлично. Now let's go out. Выпрыгнули. Now this is a completed base. We can do here anything we want. То есть здесь мы можем делать все, что хочем, управлять как бы войсками, да, немного потренироваться. Есть такая миссия, so there is such a mission. Let's press number 9. Давайте девятка, я вам покажу стратегический режим. So that's a strategic mode and the battle zone one. В первой battle zone вот такой стратегический режим у нас. So I have no resources yet. У меня пока нету ресурсов. I cannot mine. Я что, не могу нигде добыть их? So where is that? Где у нас здесь? Okay. Exit. Давайте выйдем. Tab. Start the constructor. Делаем строителя. Start gathering materials. Пусть начинает собирать лом. Out of satellite. Вышли из спутника. This is... We can command like firing there. Вот в таком режиме можем сражаться, да? Как бы отдавая команды. So that's the American base in full glory. Вот это у нас как бы американская такая база в полной красоте. We can exit and enter there. Вот туда, кстати, тоже можно зайти. As I recall, насколько я помню. No? Нет? Really? Серьезно? In Battle Zone 2 we can enter the defense buildings and attack. В Battle Zone 2 мы можем оборонительные здания как бы приказать, ну как бы зайти туда и управлять оборонительным зданием. Like maybe it's somewhere here, возможно где-то здесь. No, 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 that's impossible. По-моему, нельзя это все-таки это сделать. What the hell is this? А это что такое? Let's fly up! Wow! Да, так это у нас трамплинчик какой-то. Oh, cool, прикольно. I like those jumps. Мне нравятся эти прыжки. That's actually the bomber bay. Это, по-моему, кстати, бомбардировочный на самом деле кузов у нас. Collect everything. Все собираем. Let's go to the Venus. Ну что, пора отправляться на как бы на Венеру. Go, there is some road. Вот у нас есть какая-то дорога. Нужна энергия. What? Let's build factory over here. Давайте сюда завод развернем. Base, база. What you can create? Что можешь сделать? Recon, давайте разведчик. Начинаю постройку. Нужна энергия. Start deploying. Buildings in the first part are building on the geysers. В первой части у нас эти самые здания на гейзерах строились. What this? Что это у нас? Окончено. That's arsenal. Arsenal. Завод на связи. Deploy here. Здесь Уезжаем. Разворачиваемся. Направляйся к гейзеру. Освободи гейзер. Follow by my lead. Следуем за мной. Следую за лидером. Завод на связи. Nothing. Ничего мне не надо. Let's go find some enemies. Пойдем немножко врагов, может, поищем. And that's the Soviet base. А вот, собственно, у нас советская база. See how it looks like. Смотрите, как классно выглядит, да? Yay. Cool, клёво.
We can actually go inside, кстати, тут можно зайти внутрь. Ауч. Let's go inside, заходим внутрь. There is nothing here. Ну, ничего нету. You know, this looks more like tribes. Немножко похоже на tribes, да? There is no enemy vehicles. Вражеских техники я не вижу. Sniping, we can snipe, shoot the enemy pilots and take the enemy vehicles. То есть можно снайперкой вырубить вражеские войска и как бы захватить здание. That's so amazing. Вообще так клёво выглядит. You see how this cool. Смотрите, как клёво. Oh, I like the sound. Мне нравится звук, but this is not the спутник sound. Но это не звук первого спутника. Here is the sun. Вот у нас солнце. This is, I guess, a Soviet dick. Похоже на советский как бы член, да? Пухнутый как бы. Советский космический член, почему бы нет? So this is really beautiful. Блин, смотрится реально красиво, смотрите. This is the Soviets on the moon. Вот так вот выглядит Советский Союз на Луне. Okay, time to go to the Venus. Время отправляться на Венеру. You see this art? This is amazing. Вообще потрясающе выглядит. Oh, how I like that. Как мне нравится. Hello, Venus. Привет, Венера. Hello, Morning Star. Привет, утренняя звезда. Товарищ, американцы перемещают свои силы от одних лидеров на восток к другим, которые находятся за территорией нашей базы. Вот это создаем. Оттуда они нанесут удар по нашему восточному флангу. Follow my lead, все за мной. Они будут приближаться по одному из трех маршрутов. Follow my lead, окей. По какому маршруту они идут, вы переместите свои войска туда и... Ready to build factory, готовы завод сделать. Мы думаем, что когда они увидят вас, они попытаются вернуться на свои прежние позиции. Чтобы предотвратить это, мы спрятали разрушителей у начала каждого маршрута. Как только американцы выберут маршрут, прикажите разрушителям заблокировать вход. Это поможет вам предотвратить их побег. Вы должны уничтожить перерабатывающих... Окей, got it, понял. So, pack this, пакуем. У меня кончилась энергия. Окей, that's nothing. Это ничего. Follow my lead, за мной двигаемся. Follow my lead. Follow my lead. Всем за мной. Нужно больше энергии. We will deploy here. Сейчас мы здесь развернемся. Okay, now I understand the mission. Теперь я хоть понимаю миссию, and I understand what to do. И понимаю, что сделать. The first Soviet mission is harder than the Americans. Кстати, первая советская миссия сложнее, чем американские. No, that's back. Это назад. У меня кончилась энергия. Put here. Сюда ставим. Take the position. Заберем. Понятно. Позиции. Приближаюсь к гейзеру. Ready to deploy. Готовы развернуться. No. Back. Назад. Defense turrets here. Здесь оборонительные башенки будут стоять. Да. Where is all the others? Где все остальные? Okay, they are near me. Они рядом со мной. Deployed, развернулись. I cannot produce the tank. Танк пока не могу произвести. Радисты заняли свои позиции. Перерабатывающая фабрика на месте. Okay, what for arsenal I need 6. Для арсенала нужно 6. Строю. Let's build this. Давайте боеприпасы произведем. Объект закончен. That should be. Этого должно быть хватать. Арсенал. Арсенал. Развернем. Стоп, назад. Where is those? Где эти переработчики? Так. Three utility. Gather. Gather everything. Собираем лом. Товарищ, американский переработчик и ее эскорт находятся в пути. Okay, the enemy is now en route. Враги в пути. I can create the light tank. Да, могу легкий танк сделать, but I don't need that. Но это мне надо. Арсенал. Арсенал разворачиваем. That's another Soviet building. Еще одно советское здание.
Объект закончен. Готов к движению. Now let's find a geyser for you. Давайте найдем гейзер для него. Where is the freaking geyser? Где долбанный гейзер? There should be one more. Еще один должен быть гейзер. Should be somewhere here. Где-то должен быть. Гейзер somewhere here. Где-то здесь гейзер, типа? That really? Серьезно? No, I don't see the geyser here. Нет, я не вижу здесь гейзеров. Выполняю приказ. Окей, ладно, гейзер пусть собирает. ASX, create the tanks. Давайте собираем танки. Арсенал. Я got it, понял. Товарищ, американский переработчик входит на нижний маршрут. Okay, so they decided to go the lower route. Good, хорошо. Okay, deploy here. Двигаюсь. Давай, арсенал. Двигаюсь. No, take it. Берешь. Now the factory, завод. Фабрика. More tanks, больше танков. Объект закончен. Any tank, еще танк. Товарищ, американская перерабатывающая фабрика прошла половину маршрута. Got it, понял. This worker... No, нет. Back, назад. Where is the freaking nav points? Где у нас навигационные точки? Select number 3, номер 3. Now attack, move to number 3. Идешь к точке засады. Everybody follow me, все за мной. So you're supposed to be the enemy, тут должен быть у нас враг. Yeah, here they go. Вот идет. Group 1, attack, атакуем. Fight here. К бою. First enemy destroyed. Первый враг уничтожен. Now the next, следующий. Good. Отлично. Follow my lead. За мной. He's good, он хорош, блин. Everybody fight, да, все сражаются. Окей, okay, pick me up. Забирай меня. Приближаюсь. That's amazing. Where is that tank? Где танк? Forward, вперед. Destroy the enemy. Враг убиваем. I'm trying, я пытаюсь. Let's hide, прячемся. Attack, fire this, атакуем. 3, attack this, вот этот атакуем. 6, here. Давайте атакуем. Like all that crap, твою ж мать, what's happening, что происходит? Factory, завод. More tanks, больше танков. I don't get where I am. Я вообще не понимаю, где я. Pick me up. Подобрай. Where I am. Где я вообще? That's so slow. Так медленно. I didn't manage to destroy, я не смог что уничтожить его, да? Танк. Атакую противника. No, get here, сюда. Я все еще двигаюсь. So. Pick me up, подбирай.
Фродо молит за мной. Я буду двигаться за вами. So they have run away, они убежали, блин. Back to base, назад на базу. But I can call the weapons now. Но теперь я, по-моему, оружие могу призывать сюда. Товарищ, американская перерабатывающая фабрика вернулась на базу. Теперь их будет очень сложно уничтожить. I guess, ну, наверное, да. They return, but we still need to destroy. Да, все еще нужно уничтожать их. Хоть они и вернулись. 100 метров, 100 метров. Base condition, что у нас состоянием с базы. Attack, attack here, атакуем сюда. Six, attack here, тоже атакуем сюда. Would that be enough weapons? Хватит ли мне снарядов? Deploy here, сюда. Yeah, I guess I will do. Да, я думаю, сделаю. I need only munitions. Только нужны боеприпасы. Now I have the arsenal. They shoot here. Теперь арсенал мне, собственно, доставит сюда припасы. More? Еще? Seven? Fire here. Сюда. Огонь. Okay, they are flying. Летят, летят. The yellow dots, видите, желтые точечки, это как бы снаряды мне доставляет этот самый. Юги, сюда. And launch the repair here. И сюда ремонт. Again, here, снова еще. Deploy. Ну, давайте, где долетать? So that's almost here, почти долетели. Give me, give me, give me, give me charge. Давайте припасы. Краб, да твою ж мать. Не-не-не, не надо. Don't shoot, не стреляйте сюда. Where is like my... Где мои припасы? I almost destroyed, я почти уничтожил его. I need only weapons, мне только оружие нужно. They're somewhere here, где-то здесь же должны быть. And where is it? Где? I don't see, я не вижу. Where are my all weapons? Где все оружие? Where are my weapons? Где мое оружие? Oh, here it goes. Вот. And they repaired, блин, твою мать, полностью починились. They're repairing, они походу ремонтируются. Ah, crap, да твою ж мать. Лумалида, двигайтесь за мной. Я конструктор. Производим вот это. Гад. Все, за мной, за мной. Еще одного. Окей, got it, понял. Это мы спрятали разрушителей у начала каждого маршрута. Как только американцы... Six. Завод делаем. Разрушителям заблокировать вход. Это поможет вам предотвратить их побег. Вы должны уничтожить перерабатывающую фабрику любой ценой. Got it, понял. Follow my lead, за мной двигайся. Выполняю. Арсенал, арсенал делаем. Строю. Everybody follow my lead. Так, все за мной двигаются. I have arsenal, arsenal, follow my lead, за мной.
Окей, okay, here is more energy. Вот тут больше энергии. Нужно больше энергии. Понятно. Приближаюсь 7-й. К гейзеру. Мне Take нужно that. Больше энергии. Забираем Окей. позиции. Вижу гейзер, сэр. Turret number one, turret один. Да, да. Turret number two. Deploy here. Здесь разворачиваемся. So my factory is ready. Заводы готовы. Deploy. Радисты заняли свои позиции. Радисты заняли свои позиции. Нужно больше энергии. Окей. Танк. Производим танк. Арсенал is behind. Арсенал у нас позади. Объект закончен. Говорите со мной. Follow my lead. За мной держишься. Окей, now I have arsenal. Теперь у меня есть арсенал. Where is my scavengers? Где сборщики? Gather loam. Продолжаем собирать лом. Окей, put here. Давайте вот это. Repair here. Ремонт сюда. Okay, that works. Работает. Cannons. Мы пушки можем сделать. Okay, let's have some weapons. Давайте оружие посмотрим. Machine gun, пулемет. Here we go. Сюда запускаем. We need some resources. Ресурсы нужны. Товарищ, американский переработчик и ее эскорт находятся в пути. Okay. Got it. Понял. Okay, that's machine gun, это пулемет. Что приказа? No cannons, пушечки. That's four resources, 4 ресурса у нас нужно. Double machine guns, двойной пулемет. Can we build more, можно ли еще построить? So did they selected the route? Выбрали уже маршрут или нет? Where is my scavengers? Где мусорщики? What are you doing? Do you gather resources? Вы ресурсы собираете или что вы делаете? Выхожу. Factory? Завод? Перерабатывающая фабрика на месте. Так, упаковались. Нет склада с отходами. У меня кончилась энергия. В вашем распоряжении. Окей, okay, no. Deploy. Ну тогда разместимся назад. Back to where you are. Назад ставим. Okay. Back on gazer. Американский переработчик входит на средний маршрут. Двигаюсь. Назад на гейзер. Приближаюсь к гейзеру. Окей, okay, middle route. Средний маршрут они сделали. Factory, завод. Фабрика. Танк давай. Gather resources. Ресурсы собираем. Middle, wait, средний маршрут. That means here. Это значит они сюда будут идти. Вот так вот двигаемся. Товарищ, будь начеку. Американская перерабатывающая фабрика прошла половину среднего маршрута. Окей, okay, got it, понял. Set that nav point. Вот это выбираем. Навигационная точка. Move the air. Радисты заняли свои позиции. Six. Окей, okay, build the light tank. Давайте легкий танк хотя бы, блин, все равно пойдет в бой. Attack, where is the light tank? Легкий танк. Follow my lead. За мной двигаемся. Here goes the enemies. Вот у нас враги сейчас появятся. They close, они близки.
Now, arsenal, arsenal. Repair. Ремонт. Send to the... Отправляем туда. Окей, there, сюда пошли. Иду сюда, target. Вот у меня цель. Фас, быстрее. Окей, now that's nice. Теперь вот так хорошо. Oh, he's over me. Блин, твою мать, он сверху меня. How that could be? Как это может быть вообще? Back. Назад возвращаемся. Окей, turn. Разворачиваемся. This is the B. Okay, everybody, все. Attack this. Attack. Yeah, we've done. Мы сделали. That's great. Замечательно. We've destroyed the enemies. Мы смогли добить врагов. You take me up. Так, подбери меня. Говорите со мной. Four, pick me up. Подбираем. Иногда я думаю, зачем нам все. That's really hard. Блин, реально, советская компания очень сложная. И мы жертвовали жизнь. And that's the American campaign. Вот и американская компания. Весь запас, который падал на землю. Им нужно было еще. Yeah, Apollo program. Why the Soviet campaign not starts with Lunokhod? Почему советская кампания не начинается с лунохода, блин? Они забросили в космос целую армию. Что ж, пора. Люди должны знать, почему было так важно выиграть гонку вооружений. Yeah, Eagle Base. Что произошло с пропавшими без вести? База Ястреб. I don't understand why this is so hard. Я что-то не понял, почему так сложно миссия была. Прямо очень сложно. So that the Soviet campaign was super hard. I don't recall it was that hard previously. Не помню, чтобы в прошлый раз оно было так сложно. And you see, for American campaign, we can even choose what ship we will use. Смотрите, в американской кампании мы даже можем выбрать, как, типа, какую технику использовать. Вот как бы у нас есть выбор. Let's check the, by the way, the Apollo lander. Кстати, давайте этот самый, где у нас, где-то здесь посадочный модуль Apollo. It goes. The lunokhod, like, is not far away. Луноход недалеко-то должен быть. We cannot use it, использовать его, к сожалению, нельзя. But cool it is. Ну, прикольно, что он есть. Хотя бы так. Let's go and check what's up there. Давайте посмотрим, что у нас вот тут. Something is shown here. Тут что-то у нас показано. Oh, that's just resources. А, просто ресурсы. And that's it, это все как. So, this is the battle zone 1. Вот такая вот зона боя 1. I want to complete that as a Soviet campaign. Хочу пройти как советскую кампанию. That's hard to do. Сделать достаточно сложно. Live long and prosper. Живите, процветайте. And what's your mind about these games? Интересно узнать ваше мнение об этой игре.